Республиканский дом народного творчества был создан постановлением заседания Совета народных комиссаров Якутской АССР от 23 февраля 1937 года. С тех пор прошло более 80 лет. За это время в РДНТ много раз меняли структуру, проводили реорганизации, преобразования, меняли названия, но основная миссия – сохранение и развитие традиционной народной культуры, развитие самодеятельного народного творчества – сохранилась, несмотря на все социально-экономические преобразования и исторические изменения. Самое главное пристальное внимание мы уделяем нематериальному культурному наследию народов республики. Да? Вот в этом году Государственная Дума будет принят вот осенью закон о нематериальном культурном наследии. Мы делаем реестр республиканский, федеральный реестр, направляем документы. Вот в республиканском реестре мы очень сейчас работу с муниципальными образованиями делаем, чтобы создавать республиканский реестр объектов нематериального культурного наследия. Mm-hmm. Это основная задача, вот то, что останется будущим поколением, вот это вот наше наследие, которое мы с собой носим. В рамках сохранения нематериального культурного наследия у нас экспедиции проводятся. Да, мы в этом году, если посмотреть по всей республике, то были в Усьянском районе, в Оленёкском районе, и плюс вот Татинский, Чуропчинский, Усть-Алданский. Ну и да, в будущем намереваю. Ну, есть планы, чтобы вот в целях сохранения, да, снимать их на видео, ну, в архивах, да, делать. То есть работа есть. Специалистами Республиканского дома народного творчества продолжаются лучшие традиции предшественников по сохранению, развитию и популяризации традиционного народного творчества, музыкального, танцевального, хорового и театрального искусства. Тогда мы очень плотно работали департаментом по делам народов Севера, где был руководителем Мигалкин Афанасий Васильевич. Он нам очень много помогал, все наши мероприятия он поддерживал. Даже Министерство сельского хозяйства, когда мы проводили республиканские слеты оленеводов, они помогали. Это мы, когда первый год, да, ехали в Читу, тогда мне и в голову, и Сергею Степановичу пришло, чтобы Афанасий Васильевич сказал, что мы 10 человек проездные можем помочь. Поэтому мы взяли Нижнеколымского улуса и Аллаяховского улуса, и Южную Якутию, и Сеиндер. Сразу три этнокультурных центра участвовали. Я рада, что это наша начинание продолжается, уже вот 13-й смотр деятельности проходит, и участвуют улусы, очень это отрадно. И по интернету, и это я слежу, мне очень нравится работа Кюсюрских, это Чалбандар, где работает Бурцева Любовь Семеновна. Она участвует во всех республиканских межрегиональных смотрах. Это очень хорошо. Проводятся фестивали, смотры, конкурсы, берущие свое начало со стен РДНТ и Единого научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы. В марте месяце этого года прошел смотр-конкурс этнокультурных центров нашей республики. Приняли участие 5 учреждений культуры. Из этих 5 учреждений культуры мы жюри именно прошел к выводу, что все участники они могут принять в межрегиональных всероссийских мероприятиях. И дело пошло так, что наши коллективы, наши коллеги приняли участие во многих межрегиональных мероприятиях именно в декаде народных традиций в России. Смотр этнокультурных центров дает очень много возможностей. Первое – это сохранение национальных традиций.
Второе – это преемственность. Преемственность – это прежде всего то, что мы должны передать именно молодому поколению. И в-третьих, коллеги, они распространяют свой родной язык, свою культуру, традиции, именно показывая своим творчеством мастерство, культуру. На сегодняшний день работает 47 этнокультурных центров. Но есть учреждения культуры, которые имеют название фольклорный центр, Чукотский фольклорный центр, национальный культурный центр. Это во всех учреждениях они как бы имеют одну и ту же цель и задачу. На северных районах, арктических районах, тем, которые действительно нужна помощь, мы стараемся изо всех сил и провести методическую работу, и практическую работу. Мы выезжаем в командировки, но до ковида мы выезжали в командировки, были там, провели семинары, лекции, и при том уже на практической части мы показываем мастер-классы. Мастер-классы именно по практике, да, это можно и разговорную речь, можно как заполнять именно всю вот эту документально, как можно оформить журналы, как можно вести себя на сцене, можно показать, можно использовать что-то таким-то образом. Мы стараемся помочь нашим коллегам. Но нашим учреждением проводится очень много культурных мероприятий, очень много. По вокальной части, по хореографическому искусству, по фольклору, по декоративно-прикладному искусству, по театральному искусству. И во всех вот этих направлениях все участники именно принимаются всей республики. И этнокультурные центры не остаются, да, и они во всевозможных мероприятиях участвуют. Но несмотря на даль, несмотря на вот это отсутствие связи с плохим интернетом, они именно хотят, стремятся к лучшему, стремятся показать свою работу. Этнокультурные центры Инди, Салаиховского улуса, этнокультурный центр Асикат, да, этнокультурный Лахан-Чистайский этнокультурный спортивный комплекс Момского улуса, так, этнокультурные центры Эвена-Бутантайского улуса, этнокультурный центр народного творчества Усть-Майского улуса, села Кюбцы, так, далее. Этнокультурный центр «Этнос» Нижнеколымского улуса. Есть очень много этнокультурных центров, которые стараются, они отправляют свои работы все вот эти мероприятия, культурных мероприятий, если мы проводим заочно. Если в этом году запланировано 4 выезда, то на сегодняшний день 3 выезда уже осуществлены. Это очень большой такой успех. Есть достижения. Например, этнокультурный центр Маранга, он выиграл республиканский смотр этнокультурных центров и принял участие в межрегиональном смотре этнокультурных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в городе Южно-Сахалинск. Обмен опытом – это самое главное, что можно было нам, этнокультурным центрам, посмотреть на другие этнокультурные центры, посмотреть мастер-классы, показать себя и посмотреть на других. Очень хорошо было представлено декоративно-прикладное искусство Сахалинской области, Хабаровского края, Приморского края. Мы представили выставку мастеров Эвена-Бутантайского национального улуса из бисера в северном стиле, работы мастериц Ольги Олеговны Поповой, Елены Андреевны Поповой. И были представлены работы народных мастериц Якутии Зои Григорьевны Колесовой, Нюркуяны Еремеевны Колесовой,
еще Аграфины Терентьевны Корниловой и Елены Романовны Колесовой. С докладом выступил начальник управления культуры Слепцов Степан Степанович на тему проблемы и сохранения этнокультурных центров Эвенобатантайского национального улуса. Показали мастер-класс по изготовлению венских музыкальных инструментов из оленьих копыт и суставных костей. В музыкальном номере в программе этноансамбль выступил песни «Аралбу» в переводе «Олени». Очень даже замечательно выступили, я думаю. В завершение вот эвенский хоровод Хеди в завершение выступили. Очень интересный мастер-класс был по изготовлению из рыбьей кожи из аппликации панно, костюмы они делали, mm-hmm. очень интересные. Вышивка была у ульчи такими нитками разноцветными. Из бересты тоже, да? Uh-huh. Работы были. Оказывается, у свердловских хантов, да, эманси, очень интересные изделия из бересты. Вот как наши якутские туеса вот эти есть, но со своим орнаментом. В мероприятии приняло участие этнокультурный центр «Илкит» Оленёкского Эвенкийского национального района. Они приняли участие в межрегиональном фестивале «Праздники национальных культур. Дыхание земли». Прошли мы отбор республиканский сперва. Заочный проводил Дом народного творчества Республики Саха-Якутия. Затем мы прошли второй тур межрегиональный. И попали мы в межрегиональный фестиваль «Дыхание земли» в Улан-Удэ, Бурятии. Участвовали мы с Оленёкского Эвенкийского национального района, этнокультурный центр «Илкит» имени Александра Степановича Иванова. Заняли мы там в горловом пении, в сольном исполнении второе место. Это Туяра Николаевна Петрова. В ансамблевом пении ансамбль «Дунне», руководитель Нюргуяна Игнатьева. И Алексия Христина Вентик заняла второе место в конкурсе традиционной одежды. Прошел там гала-концерт. Также мы участвовали в круглом столе с докладом по обрядам и в презентации объектов нематериального культурного наследия, праздники и обряды как неотъемлемая часть традиционной культуры народов России. В результате этого круглого стола у нас стала возможность включить наш праздник Бакалдын с 3 Нового года в 100 объектов нематериальной культуры России. И этнокультурный центр Индия Лайховского улуса принял участие в межрегиональном фестивале народных традиций «Лики наследия». Нас привезли в Нанайскую деревню, и вот они нас встретили со всеми обрядами своими, да, и что интересное, у них тоже есть такой же обряд завязывания ленточек на на дерево, и, конечно же, их выставка. Выставка, мастер-классы из рыбьей кожи. Они там, ну, делали сувенирчики. Вот то, что вот они рассказывали, вот это вот, наверное, больше всего как-то легло на душу, наверное. А так в целом было все интересно, было все прекрасно. Многому, наверное, научились, многое посмотрели.
и какой-то опыт все равно приняли. Мы благодарим администрацию ЛУСа, что нас обеспечила билетами до Якутска и, конечно, некоммерческую организацию Максима Ильича, которая вот благодаря им состоялась наша вылазка за пределы республики. И, конечно же, мы очень рады тому, что первая вылазка, она получила оценку жюри, да, и наш творческий коллектив ЭКЦИ Инди в номинации «Фольклор» стал лауреатом третьей степени. Гала-концерт проходил в парке, на улице. Из более 70 номеров было выбрано на гала-концерт 17 номеров. И в этом числе были мы, что было для нас очень неожиданно и радостно. Моя некоммерческая организация «Фонд поддержки родного языка и этнической культуры коренных малочисленных народов Севера Аллайховского Улуса» была зарегистрирована в 2017 году. Вот с 2017 года, то есть мы как зарегистрировались, как положено, через два года, уже в 2019 году, то есть наша некоммерческая организация приняла в первом конкурсе Министерства по развитию Арктики и делам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия в проекте «Тропа предков». Этот год для нас очень насыщенный. Во-первых, в муниципальном уровне мы, то есть некоммерческая организация тоже выиграла субсидию, то есть развитие туризма в Аллайховском Улусе. В региональном уровне в этом году же по линии Министерства по развитию Арктики и делам народов мы выиграли тоже ощутимые финансовые средства с Минарктики, то есть на реализацию проекта «Сокровища Севера», участие «Сокровища Севера-2022». Я как руководитель вывез троих мастеров, и вот в начале сентября мы выехали, показали именно всей России, поделились опытом работы, то есть по декоративно-прикладному искусству, то есть что у нас есть, да, выставили, а также приняли участие в культурной программе Всероссийского фестиваля «Кочевье Севера», а также в конкурсе «Полярный стиль этнической моды». Вот второй проект, да. И третий проект – это наш первый проект, которые мы выиграли президентского фонда культурных инициатив. Там тоже ощутимый и средства, вот на эти средства, вот наша первая поездка именно на фестиваль народов Дальнего Востока «Лики наследия». Такие встречи, такие мероприятия, они объединяют, и мы чувствуем то, что мы не одиноки, мы едины, и несем с собой свою культуру, пропагандируем, развиваем, дальше передаем подрастающему поколению. Министерство культуры, духовного развития и Республиканский дом народного творчества старается финансировать выезды. Таким образом, в этом году было много поездок, не только с моей стороны, но были и поездки по вокальному искусству, по театральному искусству. Но с моей стороны финансирование именно ушло с нашего учреждения. Все проживания, питание, проездные расходы за счет нашего учреждения. Сейчас мы работаем только дистанционно с северными районами. Но обстоятельства так
сложились. Ну, конечно, в наших мероприятиях последний год вот с Жанной Николаевной мы работаем вместе, поскольку она курирует арктические северные районы. И появились больше ансамблей, которые участвуют в наших мероприятиях. В этом году мы ездили в Абыйский район и воочию увидели, как работают наши коллективы вот, в северных условиях. Там, в поселке Белая Гора, мы провели второй этап конкурса осмотра «Наше наследие». Там съехали, приехали из Алайховского района представители и Абыйский улус. Там же состоялась защита звания народный вокального ансамбля «Кусток» и «Урусско-устинцы». Они с Чакурдаха Алайховского района. В этом году мы провели межрегиональный конкурс «Северное сияние». Это именно по декоративно-прикладному искусству, которые приняли с Камчатского края, Чукотского автономного округа, Забайкальского края, Хабаровского края. Это у нас, ну, скажем, большое такое показание, да? И, соответственно, были мастера с нашей республики. 122 участника было. Только это участники, а именно изделия более 300. Не падать дух, всегда жить с оптимизмом, смотреть только вперед, идти только вперед. И если человек здоров, и если человек именно сияет, то у него будет все прекрасно.